И всем привет, дорогие друзья, с вами вновь Теслер, и мы продолжаем наше прохождение Клайв Баркер Проклятые. Итак, друзья, сегодня я использую немножко другой формат записи, чтобы сделать вашу картинку на видео более четкой. Как вы знаете, игра, она не поддерживает HD разрешение, можно установить, но различные баги в интерфейсе и так далее. Поэтому, друзья, она играется вообще в 1024 на 768 единиц. И вы немножко будете видеть с урезанными слева и справа рамками. Но при этом она будет более четкой. Второй момент, который я хотел бы объяснить, это насчет яркости игры, которая действительно получается очень темной. Но, друзья, это не исправляется, потому что... А игра была создана такой. Это такое освещение и еще что-то. Если я буду повышать просто яркость, вам лучше от этого не станет, будет просто белая картинка. Вот эта чернота, которую вы видите, она вся останется. Игра так игралась 10 лет назад, игра играется так же и сейчас. Ничего не изменилось. Я в игру играл с точно таким же освещением, которое вы сейчас видите. И даже дело не в затенении там Ютуба или там затенении записывающей программы. Игра, она такая. И этого не исправить. Я, конечно, поработаю над этим, посмотрю, что можно сделать, но вот как вы видите, игра темная, и этого не исправить. Пока что. Надеюсь, что потом исправлю. Но... Давайте дальше проходить без лишних слов. Мы продолжаем исследование монастыря. Злобные варги преследуют нас. Я не знаю, они будут атаковать? Нет, решили уйти. Так, посмотрим. Ну, вся та же самая жизнь монахов. Пока что ничего особенного в этом нет. Хотя позже нам понадобится зрение, чтобы решить небольшую загадку, что ли, так сказать. Не нравятся мне эти руки. Так. Вот мы и во внутренней части монастыря. Угу, я вижу камень. Смотреть опять, блин, неудобно каждый раз переключаться. Надо на быстрые клавиши сделать. Что это было? А? Что? Что именно? Так, возьмем опять эктоплазму, я сказал. Возьмем наш камешек. Блин, а? Не ожидал тебя с этой стороны. Как мне нравится эта пушка все-таки. Даже патроны не надо тратить. Так, вроде все. Да давай, забирайся. Итак, у нас целый комплекс есть. Как вы видите, вот этот дальний свет. Ну, пока мы лучше туда не пойдем. Ага, варги все-таки за нами ходят повсюду. Потому что на этот свет вы пойдете и встретите Лизбет. Лучше походим и посмотрим, что у нас в других комплексах. Здесь есть... Да что ж такое-то? Что тут постоянно смотреть? Ага, ну сожрал. Окей. А, это его труп. Ладно. Так, рассеивание чарь, оживление возьмем. Блин. А, нет, Лизбет все-таки за нами и пришла даже сюда. Будет у нас кидаться черепушками маленькими. Здесь вроде больше ничего нету. И никак сюда больше не попасть. Убежала. Ну ладно. Можно пойти вниз, можно посмотреть на нее.
Какая она хорошая. Кто посмел прийти сюда? Ненормальная. Ладно, лучше побежим отсюда тоже. Очень хорошо помню этот монастырь, потому что я здесь очень долго тоже тупил. Так. Поэтому пойдем в подвал. Здесь еще что у нас осталось? Наверное, я думаю, тоже ничего. Ну и ладно. В общем, наша здесь цель — это найти динамит, чтобы взорвать, мы нашли в прошлой серии, камень, который там неровно держится. И нужно просто взорвать его. Так. Закрыто. Не знаю, лучше возьмем давайте дробан здесь. Угу. Столько путей. Ладно, давайте для начала на самый верх. Что тут у нас? Ох ты! Я ж вспомнил, как стрелять дуплетом. Блин. Ай-яй-яй-яй. Черт. Зажали меня прям в углу. Так, как тут быстро пропустить? Я не хочу смотреть, как меня каждый раз едят. Нет, мы еще раньше вроде были. Так, отлично. А, мы еще не взяли здесь. Надо чаще сохраняться. Так, там она будет над нами смеяться. Ладно, сразу же пойдем вниз. Завалила нам она, походу, проход. Все, идем здесь. Здесь как-то даже безопасней. Ну да, дуплетом намного лучше. Возможно, вы те самые, которые наверху сидели. Ладно, рискнем. Так, и, блин, а? Ты ж мощный, зелененький. Вот так вот. Ничего. О, еще одна аптечка. Так. Стол. Или это кровать? Сейчас посмотрим. Да, это все-таки кровать. Слушайте, как неудобно этим монахам было. О, проклятый убийца. Это не я. Он не про меня. Так, и это мы уже видели. Да. Откуда он вылез? Вот здесь, друзья, я тоже ничего не вижу. А здесь должна быть взрывчатка. Это мне пригодится. Давайте прочитаем, что тут у нас. Обыкновенный динамит. Теперь этим тварям не поздоровится, стенам, впрочем, тоже. Ладно, спасибо, чувак, что ты тут засел. Спрятал нам немножко динамита. Контрабандисты это, пираты. Ой-ой-ой. Вот это я зря свалился. Потому что нам нужно еще кое-что наверху сделать. Здесь есть один небольшой секретик, который находится в камине. Это у нас магический камень, еще один. Всего у нас три штучки, но я пока их не использую, храню до лучших времен, до лучшего заклинания. Блин, так, лучше загрузимся, чтобы 20 раз не бегать. Надо осторожненько.
Что ж такое-то? Как-нибудь задом. Здесь должен быть небольшая балка. Да ё-моё. На которую нужно встать. Блин. Вот никак не получается. Так, что бы нам сделать-то? Да слишком сильно как-то. Не могу. Надо по-умному. Что бы тут придумать-то? Задом? Не получается, блин. Жалко, нет заклинания телекинеза. Это бы очень сильно упростило жизнь. Как тебе достать-то? О, прыжком, отлично получилось. Освещает немножко нам эктоплазма. Там нас должны уже поджидать. Да нет. Хм, странно довольно-таки. Обычно внизу всегда поджидал. Или он вылез раньше времени, скрипты не работают. Довольно-таки странно. Ладно, уходим. Потратил немного здоровья. Все, можем отсюда идти. Обратно к тому месту, которое мы нашли. Я не знаю, чего он тут ждал. Что у нас еще есть? Бутылочка. Патрончики револьверные надо перезарядить. Камешек. И голова. Не, все-таки как-то с двухстволочкой-то себя безопаснее чувствуешь. Заперто. Вот это место. Динамит у нас в инвентаре, нужно его только найти. Динамит. Где? Я его пропустил, что ли? Да что ж такое-то? Патроны, серебряные пули. Не понял. Вот он. Как-то через одно пропускает. Ставим динамит. С одного взгляда вроде даже не пролезем, но мы тонкие, поэтому нормально. И катакомбы начинаются. Аптечка. Давайте используем тоже одну. Не открывается. О, мышь. Давай, давай. Господи, какие мы косые. Здесь бы не помешало очень ясновидение, потому что нужно следить за монахом, который укажет на ту дверь, которую нужно войти. Закрыто. Ай-яй-яй. Успокойся, скелет. Успокойся с миром. Я забрал то, что мне нужно. Надеюсь, он уйдет. Так, куда пошел этот монах? Оттуда мы пришли. А может, это не тот монах? Ну да ладно. Пусть ходит пока. Возьмем опять эктоплазму. Да у них завтрак. А?
Так, как скелет пришел? Да что ж такое-то? Да за что меня так? Да ладно, скелет сейчас убьет. Мы еще фаталити скелета не видели. Вырвал сердце. Он есть хочет. Подставил нас этот скелет, конечно, конкретно. Ладно, нужно по-быстренькому. Так. Вот он. Оживление. Все, упокойся. Так, а, да, сюда, сюда. Ну, ладненько, давайте. Хватит жрать уже, сколько же можно-то? Промазал. Какой же ты здоровый. Попали один раз все-таки. Ничего, сейчас тут еще динамит. Надо было кинуть динамита туда. У нас его дофига вообще. Дверь это, по-моему, выход отсюда. Это еще ниже, да? Балки. Ну тут. Помню, что половина из них всех прогнили. Парни, ничего нету. Ну вот, как я и сказал. Там наверху, по-моему, вообще ничего нет. Что? Я не знаю, что тут точно смотреть. Довольно-таки интересно, зачем он сказал смотреть. А, балки, которые выдержат. Все понятно. Но не знаю, зачем это все равно здесь. А, давайте доисследуем. Что у нас тут еще может быть? Не открывается. Не открывается. Еще одна дверь. А! Ничего интересного. Давайте пойдем вниз тогда. Здесь будет огромная куча этих чертовых тварей. Это я точно помню. Ну, вон там уже веселятся. Встречают наконец-таки новую еду. Добыча. Так, что тут еще? Больше патронов. Вау. Все, конечно, красиво очень. Темное братство. Точно вам говорю. Так, наверх все равно не проникнуть нам. По-моему, они тут бесконечно идут. Какой-то был с этим прикол здесь. Заперто. Не открывается. Нехорошие звуки, нехорошие. Спрячусь-ка я. Закрыто. Да сколько ж вас там? А, из-за тебя промахнулся. Да давай быстрее перезаряжай. Ладно, давайте возьмем. Здесь какие-то слабые они. Возьмем лучше револьвер наш. Старый добрый друг. Еще патрончики. А вниз, не думаю. А, это следующий лак.
что-то, конечно, было посмотреть. Закрыто. Может, там еще что-то было? Не открывается. А, все, да. Ну, ладно. Хм. Так, вниз, либо дальше. Конечно же, вниз. Куда нам еще ходить? Так, это еще одна мар. Нет, назад. Ой, не нравится мне... Блин, а? Вы что? Скелеты надыбали взрывчатку. Ай, ну переключайся же, давай. Ну уже. Отлично. Ой, что-то нехорошо мне. Что он там один делал? Со взрывчаткой? Черт возьми! Да вы гоните, это вранье. Надо бежать быстрее. Заперто. Серебряный ключ. Вот черт. Закрыто. Ой, блин. Назад. Ой, здесь не лучше, не лучше. Все, бежим. Все-таки надо было вначале вниз ходить. Так, аптечка. Фух. Серебряный ключ. Давай, ну давай. Смотреть. Еще один монах. А, ты реальный? Блин, а? Да ладно, ты тоже реальный. Все-таки я ненавижу ясновидение. Подставляет меня столько раз, это вообще. Так, ну давай. Да ладно. Что? Что за? Я честно, друзья, не понял. Что это только что было? Ай. Да ладно, я не сохранялся, что ли? Что за бред? Что я делаю? Может, там какое-нибудь чудище нас преследует и хочет убить? Нет, я больше монах на это не куплюсь. Ай, черт, засмотрелся. Ладно, сохранились. Не в очень удачный момент. Так. Но чаще сохраняться. Так. Из этой дымки я второго не вижу. Все, ну все, да хватит. Хорош. Ой, блин, а. Тихо. Может, пойдем? Да, надо бежать отсюда точно. Блин, а? Да вы шутите. Фух.
Открывайся, сундук. Заклинание времени и серебряный ключ. F3. Да. А где заклинание? Оживление. Окей. Ничего интересного. Еще новая запись в дневнике. А, покойная записка аббата. Может быть, наши потомки когда-нибудь простят нас? Среди нас демоны, и как ни прискорбно, это моя вина. Я пожертвовал доверием братьев ради тщетной надежды избавить мир от великого зла. Последствия поистине ужасны. До сих пор у меня в ушах стоит вопли братьев, терзаемых страшными муками, но я бессилен помочь им. Молюсь лишь об одном. Может быть, кто-нибудь найдет мою записку, а также заклинание времени, и сумеет исправить содеянное мной. Возьми элементы луны и солнца, встань перед зеркалом времени, призови властителей ночи и дня и прочти заклинание, стирающее грани времени. Нельзя допустить, чтобы демоны завладели кельтской косой. Ее лезвие выковано из хаоса и в недобрых руках способно похищать души. Она стала нашей погибелью. Да хранят нас святые угодники. Келус Константин. Вечно бодрствующее аббатство святого Георгия. Ну что ж, друзья. Все-таки кельтская коса сделана из каких-то ужасных демонического металла, который порабощает души убитых ей врагов. Мы нашли заклинание времени, которое способно отправить нас... А, вот он, аббат, да. В те времена, когда монахи нашли кельтскую косу, у нас есть медальон, и нам недостает последнего ингредиента. Это, по-моему, ртутное зелье, что ли, которое нам нужно найти. Ладно, обратно. Мы нашли серебряный ключ от двери. Все-таки они тут бесконечно, по-моему, ушли, пока не найдешь это заклинание. Все бесполезно. Не хочу. Я хочу убежать, не хочу смотреть. Опять к скелету. Ах, да ладно, вы что? Вы сюда пришли за мной. Я не знаю, я недолго протяну. Конечно, можно ждать, пока мана восстановится. Или пытаться ускользнуть от них. Блин, да как вы такие меткие? Вот черт, а. Ненавижу вас. Просто самый нелюбимый тип врагов. Еще одна аптечка. Сколько у нас всего их осталось? Не вижу. Динамит, патроны, эфирная ловушка. Аптечка 16 штук. Ну, это неплохо. Да, и, блин, эти птицы жалятся. То есть мыши. Никто не выпрыгнет. Ну да. Конечно, так я вам и поверил. Да уйди! Чертова птица. Да почему я птицы ей зову? Это мышь. Ох, солнце, как я хочу наверх уже. Туннели. О, винный погреб. Вот то, что мне нужно, чтобы забыть весь этот кошмар. Ну, черт, тут вина нету, вон какие дыры. Блин, уже все монахи выпили. Ах ты. На самом деле я не хотел вино, я хотел взять зажигательные патроны. О, сразу же двоих. Так. Не знаю, ну давайте посмотрим. Надо осторожно, правда, смотреть. Аббат что-то сделал. У аббата монастыря когда-то был ключ от тяжелых двойных дверей. Полагаю, за ними находится нижний уровень катакомб, а возможно и логово Лизбет. Когда я отправлюсь в прошлое, надо будет найти аббата или его келью и добыть этот ключ. Все понятно, там логово Лизбет находится. Отправимся в прошлое, убьем аббата, заберем у него ключ. Как-то это все
Странно звучит. Ворота. Не открывается. Я думаю, сюда нам еще нельзя. Хотя мы можем открыть здоровую каменную плиту. Ладно, еще посмотрим, что там слева было. Опять пираты? Они с копьями теперь? А, это ловушка. Закрыто. Так я и понял. Так, ясновидение. Блин. А, это плиты, на которые нельзя наступать, да? Ну, это было просто. Еще один уровень. Черт поймешь, надо было наверх, не надо было наверх. О, черт, опять скелеты. Ладно. Кто-то потушил свет. Вы, наверное, друзья, вообще ничего не видите. Я понятия не имею, куда я иду. Вроде бы игра и линейная, но, блин, ходов все-таки в ней очень много. Ладно. Они опять дерутся между собой. Делят добычу. Опять у меня не то заклинание. А, это я сам себя покалечил. Здесь и заклинания могут вас побить неплохо. И пушки. Это все демоническое оружие. Оно нам не верно. Нет, ну мы на правильном пути. Мы как раз там, где и должны были оказаться. Да, сейчас, сейчас. А, кирпич. Это раствор тути. Насколько я понял. И ключ откуда-то. Мы явно не пройдем. Видимо, вниз и попадаем вновь в аббатство. Что ж, друзья, думаю, на этом закончим наше прохождение. Достаточно много сегодня прошли. Оставим немножечко на потом. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Теслер. Увидимся.